Добрый день, подписчики моего канала, зрители моего канала. Сегодня у нас опять банная тематика. Сегодня мы находимся в классических банях, которые у нас стоят на потоке, это общественные бани. И что нам делать, если мы не можем технически добавить парку? Дело в том, что эти бани паровые. Здесь стоит печь паровая, проходит змеевик. На змеевик наложены камни. И чтобы подать на печь, открываешь кран и выходит пар. Но, к сожалению, этого пара недостаточно для того, чтобы подать перчика, попарить. Температура здесь вверху практически под 100, но влажности совершенно нету. Как нам быть в таком варианте, чтобы хорошо попарить своих гостей? Значит, есть два варианта. Первый вариант — это вот такой вот пульверизатор. Вы набираете воды, накачиваете и очень хорошо вот таким образом и поливаете стены, увлажняете доску до ее предельной влажности. Тогда у вас через несколько минут придет влажность и будет хорошо. Второй способ — это набирается вода. И вы либо вениками вот так вот разбрызгиваете по всей парилке до прихода гостей, тем самым поднимая влажность. Либо, что быстро очень хотите поднять влажность, тогда просто вот берется и вот так выливается вода. Проходит несколько минут, открываем дверь, и наша парная доходит до кондиции, получается очень хорошая влажность. Это я рассказываю сейчас для многих ребят, которые приходят в такие общественные бани и, к сожалению, нету возможности поддать перчика, попарить, поскольку здесь камень, сейчас я вот продемонстрирую, он практически не выделяет тепла, он лежит для наружу. Вот уже влажность пошла, и сейчас будет очень хорошо. И это касаемо любых бань дровяных, у которых нету стационарного парогенератора, где хороший объем доски. Я много бань посещаю, поэтому купил вот такой пульверизатор. И с помощью его вы можете очень быстро увлажнять помещение и довольно хорошо прогревать своих гостей. Вот такие вот маленькие секреты для начинающих и продвинутых банщиков. Большое спасибо за то, что смотрели меня. Всем до новых встреч!